Не надо мне кислоты. Бухлу не нужны, приятели. Оп! Вот я. Перегонный куб из пивной кеги на 50 литров. Еврокега, стенка 2 миллиметра. Высокий флянец, чтобы не в одном горизонте было разделено. 5-дюймовый крючок, огромный. Рука залазит спокойно. Слив самой нижней точки. Вот так выполнен. И колесики на усиленных гаечках. Со стопором. Два со стопором. Два такие. И флянец под тен. Репетировал, а теперь все думают, что ничего не учил. Сидел там, как бабуин, красножопый. Твою мать!